последний день лета в столице России для посетителей открылся Московский международный автомобильный салон ММАС-2012. Мероприятие проводят раз в два года. На выставке в этом году 24 мировые премьеры. Новинками радуют Mazda, Audi, Nissan, Opel, Skoda, Peugeot, Citroën, BMW, Mercedes и другие. Кроме того, свои новые модели представляют отечественные АвтоВАЗ и ГАЗ. Мировые автопроизводители, такие как Volkswagen, General Motors и Volvo, возлагают на российский рынок большие надежды. Американская GM, возвращаясь в строй после банкротства, собирается к 2018 году вложить $1 миллиард в увеличение своих поставок в Россию. Менеджеры полагают, что у страны есть шанс перегнать Бразилию, которая является для компании вторым по величине рынком сбыта. Тем временем Volkswagen заявляет, что планирует инвестировать в российский рынок $1,3 миллиарда. Компания ожидает увеличения объема продаж на 30%. Гендиректор Volvo также отмечает, что его команда пока оставила свои беспокойства в отношении ситуации на рынках Западной Европы и сконцентрировалась на России. У нас есть мощная сеть дилеров, у нас есть сильный продукт, который вписывается в рынок. Это очень хороший рынок, и похоже, что здесь, в России, в этом году у нас будет небывалый рекорд по продажам. За последний год продажи автомобилей в России увеличились на 40% и составили 2,6 миллиона транспортных средств. Московский международный автомобильный салон будет работать до 9 сентября.